Мирослава вернулась домой очень грустная, и сейчас расскажу, что произошло. Дело в том, что ей сделали ужасный макияж. А этот макияж был самым важным в ее жизни. В этом видео расскажу, почему. А младшая сестренка Мирославы, Златочка, пыталась как-то ее подбодрить. А потом Златочка подошла ко мне и тихонько сказала, что готова сделать Мирославе макияж. Потому что, несмотря на парочку хейтерских комментариев, многие ее зрители верили в нее и поддерживали ее хобби. И вот Златочка достала свою любимую косметику и сделала макияж сначала себе. И прежде чем вы увидите, какой макияж Златочка сделала Мирославе, обязательно успейте подписаться на ваше Викторию портфолио. А знаете, почему Мирослава хотела очень красивый макияж? Дело в том, что Мирослава мечтает записать песню, ведь вы знаете, как красиво она поет. И, конечно же, потом к песне она мечтает выпустить клип. И у нее есть одна интересная идея, и она просто сегодня пошла сделать пробный макияж к клипу. Кстати, а как вам результат?